Здрасте. Сегодня буду бегать я в пешку. Но дезить дальше. Смотрим, далеко зайду, не? Я думаю, меня прям ща кокнут через 20 минут, изи. Ща только все системы подчекаю, нормально все. Вроде нормально. Я тут жести всякой намутил, так что еще игра, наверное, сдохнет в ближайшее время. Посмотрим. Может и ничего. Пойду батины траву для начала Сидоровичу занесу по квестику. По 12 килограмм с собой очень тяжело носить вначале. Да, за 5к я это таскал. Ничего, нормально. Квестов не дает. Что притащил? Поесть, попить есть. Чай на 2 юза энергос, всего 3 попить. Фляжку на 10, вот такую. Найс. Похавать. Сигареты, да? Угу. И поесть что-нибудь дешевое, сердитое. Бля, токсичную колбасу за 7к продает. Есть, куплю тухлый батон, мля. Лучше он ничего не дает. Можно я выйду, пожалуйста? Дядя. Нельзя, да? А, да, еще кое-что забыл. Вот это. О, свобода. Так. На ферму можно хлам занести на обратном пути. Я ведь пешком пойду, да? И вот этот квестик еще. Это я двух челов сдам. Блин, не хотелось бы. Я бы лучше квест зафейлил, чем компаньонов вначале отдавать. А я и не буду. Посмотрим, так получится, что не. Пойдем сейчас на поляну за четвертым. Жрать вообще нечего, кошмар. Сейчас патроны проверю, не помню, если не раз давно играл. 14 выстрелов в магазине. А тут 8. Ну, сейчас повоюем, да. Квест какой? Бля, в доме спрятались или чё? Ладно, пофиг. Во, вот так вот, когда земля переливается с водой, этим серым цветом. Ой. Квадратит жесть. Добавил красочности, посмотрим, изменится что-нибудь.
Так, я не хочу за кустами прятаться. Был вообще. По-моему, я ученого убил какого-то. Я могу ёбаный штурм кордона. Да, это был военный, и он принес пострелять, спасибо. Не слабо так пострелять. АПСик тут у него. А, ну, блин, это не на мой калаш. Хрена... Это принес тогда. Блин. Хочется АПС взять на восстановление. Хорошая штучка. Остальное разберем на продажу. Этого патроны не такие, да? Понятно. Вот это опасно. Ты оружие-то спрячь. Как бы в перестрелке лутаться. Кто там такой буйный? Вот не видно ничего. Штурмовать не будем, я там точно лягу. Идем потихоньку на север. Вот за этим, за четвертым челом. Главное в аномалии не порваться. Тут вообще вроде нормально. Бля, да, купил себе хлебушка, называется, опять жрать охота. Хоть кабана готовь. Покушать, о, покушать надо. Кушать давай. Вот этих платей не залутаю, наверное, да? Аномалия. А хотелось бы. Ладно. Пожалуй, не обязательно. Я подчекаю, патронов не появилось, только на пистолет, да? Хотя бы пистолет стрелять будет.
Будет ведь? Будет. Три магазина полных, нормально. Я тут только удивить смогу своим ПМчиком. О, приближение забагалось, как в КФ-ке. Прикол. А там никого нет на АТП. Вдруг у них батончик. Вроде нет. Чекаю все системы. Нормально, нормально. Нормально. Вроде никто не сторожит, а вот тут могут быть. Чё это я видел, что за красная хрень? Коробка патронов, что ли? Тоже чисто, походу. Пойду коробочку заберу. Дарили патроны. Там почекать надо. Могут бандосы сидеть какие-нибудь. Чисто все. А тут кого уработали? Пандосов, да?
Кто-то починил. Так, технику всякую дресню продаем. Типа вот ломаных там стволов всяких. Куски брони я вот тоже пока не понимаю мне к чему. Продам. На два кэса и магазины еще. Ого, он прям пистолет берет, ничего себе. А, техники, наверное, вообще пушки берут, покупают. Блин, может пушки собирать? Что-то я привык, что никто стволы не берет, только комплектующие. Сорок один косарь. Я могу на них что-то починить. Калаш не хватает, наголил не хватает. Ни хрена не могу. А на броню мне жалко, да? Много даст вообще? Так, пятюню даст, наверное, да? Баллистика. 8-11. 3 проца всего. 8к. Не, может это ремкой починиться. Слот для арта есть. Так, а у вас что в карманах? Найдешь какие детали для апгрейда? Подтаскивай, помозгуем. СКС-ка. Магазинная, прикольная. И части тут у него. Я чё? Я пушка, к которой я магазин просрал. И СВДшка, да? Которой патронов мало. 10, 10, 30. Ну не прям мало, нормально. Блин, СВДшка ведь походит еще. Почему я ей не пользуюсь? Калил мне СВД, магазин и патроны. Даже больше тут, вау. Not bad. Цел. СВДшку. Магазины зарядим. То есть три магазина у меня и еще 20 в запасе. По-моему, это очень круто. Даже если она будет клинить, убивает она прекрасно. И магазины в разгрузку. Так. Могу починить? Могу. Русами чуть-чуть. Поехали. Да, получше стало. Найс. Ну еще починить, да? И противогаз от радиации. Не, наверное, броник лучше. Вот этот тюбик крутой. Для починки. Экзачи чинит. Такой лучше на потом оставить. Если доживу до чего-нибудь получше, может какой-то броник починю, буду в нем бегать. Купить мне походу долго не светит еще. Так, окей. СВДшку починить еще дороже, да? О, 33к, подъемно. Пару частей вот еще починить, вставить. И, наверное, вообще тысяч за 15 починит. За 20. Можно.
В первую очередь броня, чтобы не сдохнуть, поэтому пока ни хрена деньги не тратим. Так, АПСик поносишь, да? И ведь 19 я продам. Скорпион продам тоже. О, а этот не берет, походу. Есть какая-то разница. Разбитые пушки совсем не забирают. Ладно, чё. Так. Пистям давай. Забирай. Ненужные штуки сейчас сталкером впарим. У торговцев цены вначале кусаются очень. У вас собаки. Я не помню, я вроде псевдычи не убивал. Есть что в кармане? Убивай. Да не, нет. Нет. Так нормально. Можно идти дальше. Сейчас какое-нибудь столкновение будет там, или с мерками, или с мутантами, по-любому. Поэтому надо жестко все чекать. Тут вроде вообще никого. Что дальше, посмотрим. Он там еще спавниться любит. Никого, да? Ну и ладно. Вот от этого ящика игра сдохла как-то раз. Есть кто дома? Вроде нет. Пеньячок, в котором ничего не будет, да? Пока спокойненько, ничего такого. Привет, кекс.
Сегодня почему-то завелся рестрим. Поспамишь смайликов, зачекай задержку. Большая или норм? На Твиче без рестрима где-то секунды 3-4 задержка была. Рестримом, наверное, больше будет. И по качеству хрен знает чё. Сколько сек? Сек 6. Ну так, ожидаемо. По качеству также вроде. Да. По качеству тут всегда отвратительно. Из-за этого мыла, мля, мокрой земли и прочего. Движение все так квадратит. Просто ад. Вонючий сталкер. Привет, вонючий сталкер. Что-нибудь купить? Журнал там. О, помню, бюрер на поляне. Или кто-то такой вылезти может, изи. Мля. А он не у бандитов. Или у бандитов. На это вообще не ориентируюсь тут. Одиночку в баре убить не пойдет. Свободовца убить тоже не пойдет. Пеничок заберем. Тут. Тропики. Керосин, Машка, ремка для винтовок. Вот это прикольно. Сэкономит денежку на починку какой-то пушки. Найс, сэкономила, мля. Малого калибра. Это 5.45 и 5.56. Понятно. 7.62 стволы не чинится этой штукой. Блин. Надо где-то микрокалашек искать. Слушаю тебя. Я вроде красочности добавил прям в игре. Чтобы вот эта вот мыльная, влажная земля совсем серой не была. Но она все равно пытается отражать небо, из-за этого она какая-то серого цвета. Думаю, не особо поможет. Также квадратить будет в движении. Гадость. Так, а мне вот сюда, да? У бандосов, значит, задница. Заберем что-нибудь покушать. Вот ведь может быть, да? Просто целая коробка с консервами, мля, и нельзя залутать. Вот, спасибо. Изюм. Хоть что-то поесть было. Или это не за бандиты? Да, вот с бандитами. А это, мля, с мутантами. Закемпить кого-нибудь. Куда? Кто там не гуляет?
Мля. Контроллер летает, писец. Я в ужасе. Ведь не кинет мне на километр ящик в щи. Ой, мля, это этот Эргейст. Мля, я обосрался. Какой-то эффект был. Мне по барабану. Опа. Идем. Может, его одного и хватит. Ну, конечно, да, хватит. Парень не очень хотел пулю в кузов. Да. Патронов можно было столько человеку шатать, бля, все вонючего мутанта ушло. Так, тут теперь аккуратно. А, он убитый. Его, типа не с собой взять надо. Убили. Боли. Ладно, еще пофиг. Валим. Так, подождите. Тут вроде что-то было. Напиток на вес. Флешка в жопу. Пойдем. Бандосом еще вон туда попробуем заглянуть. Небо за укрытие какое-нибудь. Или одни кусты встать не за что. Давай, выходи, я видел твою ногу. Угу. Трое их там, да? Ну давай, вылезай. Дядя. Я на всякий подожду, вдруг еще кто выйдет на шум. Наверное, все. Блин, гребаная анимация. Мог бы доставить магазин в инвентаре. Лутаем, валим. Надо на аномалии не порваться, только вот тут. Вон там может кто-то быть. Как удивят меня приятно.
пластина на 6 баллистики. Классно. Был бы слотик, я бы вставил. Чё такая же ремка, да? На легкие винтовки. Ну такие скромненькие были с пистолетиками. Так, пистолет разбираем нахрен. Тяжело. Кидываю их нахрен. Так. Так, в темную долину тут можно выйти, мне туда не надо. Так, мои квесты внизу. Мне тоже их не надо. Идем на свалку. Фармить бабло, охотиться. На броню копить. Да, он кидает правой рукой гильзу, а левой ее ловит в полете. Чё? Нереалистично. Чё такое белый баг какой-то? Налоды. Зайти в домик, посмотреть что-нибудь. Вот баночку для меня оставили похавать. Я мрачно, конечно. О! Вон и на калаш мелкий. Топаю на свалку. Попробую эмбиент вернуть, а то что-то как-то слишком тихо. Только через задницу он работает. Иногда вообще не работает. Иногда душит прям. Звук, музыка. Да. Нить. Вот это. Поесть эмбиент.
Ты кто? Понял. Внимание! Я за пенек. Бля, СВДшка клевая. По три выстрела подряд не клинит. Всем бы пушкам так найденным себя вести. Один бандитик и все. Да, и вот стреляй так по каждому. Хрен поймешь, враг свой, он себя пристрелит. Чуть затупишь. О, мои патроны. Спасибо. Кто-нибудь может быть с ним? А пришли бы, наверное, уже. Зайти продать части или пофиг, сколько их у меня на косарь. Так, это не очень тяжело. Ну, хлам понесут и нормально. Пойдем. Чуть не закончился. Странно, еще такое, вроде кидал гильзы и все равно вляпался. Еще осторожней надо. Эх, вот бы ща броник топовый, жрать все аномалии, харей. Нагло. Так, окей, кто там может сидеть? Военные, бандиты и одиночки. Два из трех враги. Смотреть или сразу с гранаты? Гречки с тушенкой — это военная. С военными разговор короткий у нас. Хоть попал, мля, не? Вижу ногу твою. Ты. Мля, у вас две ноги?
Получай по ноге. Мои гранаты, они просто встали. Так, ну это еще не все. Может, еще один есть. Ладно, вроде не боевые, наверное, никого тут нет. А, не, их трое было. Все-таки одного задело. Одного убило. Двое встали. Нормально, что там есть патроны на меня? СВТ-шка. Патроны. Микрокалаш без оптики, не интересует. Разрядить. Обрез прикольный. Наверное, его продать даже можно будет в хорошем состоянии. Прокалаш унылый, разбираем. Пистолетик тоже. СВТ-шку разбираем. Ударно-спусковой механизм у нее полный. У меня тоже полный. А вот тут нет. Ударно-спусковой механизм. Вот это, да? Не подходит. Блин. Ладно, пофиг. И чё? О, нормальный микрокалаш. Это же обычный. И броник. $2500 стоит. 30. Ну ясно, короче, сильно похоже. Разбираем как-нибудь. Так, пластину убитую не надо. И оставь. Один и забираем. Так, ну на биг-калаш еще патронов нет. Его можно на потом оставить, починить и с ним ходить, когда патроны будут. Сейчас пока патронов нет, он не всрался вообще никак. Беру мелкий, у магазина патроны, пытаюсь его хоть как-то починить сейчас. Лопаты всякие. Так, мне тяжело, понесите мою дресню кто-нибудь. И фул, да? И... Троны магазины. Пресс на продажу. Да. И всякие запчасти. А не, запчастями еще бы починить калаш. Попробуем, может, что зайдет. По этого. Нет, да, этого тоже нет. Так, что-то вставилось. Но помогло не слишком. Блин, а ничего хорошего-то и нет больше. Ладно. Брать с разгрузки. Позаряжаем 3 магаза. Так, есть клинящий калаш в ужасном качестве. С 3 магазинами, но это лучше, чем биг калаш, который вообще без патронов. Конечно, хотелось бы получше пушку под 5.45. К-74 так себе. Ну-ка попробуй, очень плохо. Блин, нормально. Очередь из 7 патрончиков нормально. Так, переходим.
Сейчас надо где-то броник раздобыть. Или снять с кого-то достойный и починить. Долго, дорого, сложно. Или нафармить бабла 1100-200. Купить хоть что-то, что удар держит. Такой чил. Да вообще. Я специально хожу по нубы-локациям, развиваюсь полчаса. Чтобы максимально ко всему подготовиться. Но как бы круто я ни оделся, и какие крутые... Да я простримит цеки. Да я понял. Чё, слишком чил? Какую бы снарягу я ни нафармил, меня химера убивает ваншотом. Даже в экзаче там просто разорвет. С полтора удара. Так, слышу собак. Норм, норм. Я еще кофеем с конфетами упарываюсь. Поникаю. Да, кофе пушка. Как бы кофе. Так, слышу собак. Просыпаемся, стреляем, бля, чё ползаем? Они меня съедят. Вон собака. А как по собакам стрелять, так клин сразу, да? Есть? Вроде видел вон там. Отряд, конечно, у тебя. Гордишься им, да? Да не очень. Так, кого дали, те мне жизни спасают. Там порванные собаки валяются. И можно пушки выдавать. Вот было бы можно им еще броню одевать, чтобы они прочнее были. И скиллы им качать, перки. Я бы вообще порвался. Так, можно им только пушечку дать. Но они очень мемные. РПГ им можно дать с бесконечными патронами, типа будет. Рюкзак им можно повесить, чтобы они больше твоего хлама таскали. Рюкзак прокачать. Это максимум, что можно. А еще они смертные, если их убьют, в принципе, плевать просто. Потом кого-нибудь другого найду. Но одному мне тут тяжело очень. Меня вон калаш три раза выстрелил и в клин. Я бы даже собаку не убил, как следует. Ди. Иди. Сейчас с СВДшки как-нибудь издалека, наверное, можно. Так, тайник есть. Нормально, за тайником пойдем. Главное, чтоб не в аномалии. Где-нибудь. В кустиках. В кустиках ведь, да? Что тут? Так. Это для апгрейдов. Что-то на починку. Вон и губная гармошка, молоток, дресня. Ну, и супер. Верно, бумажка с рецептами самое ценное, что там было. Бандитов нет никаких. Не вижу. Тут. И тут не вижу. Ну, потопали чё.
банщики гуляют. Надо проверить, тут точно никого. Вообще бандос в упор, я труп. Вроде тихо, наверное, они бы болтали что-нибудь. Дэшку на кабанов жалко. С калаша их сагрим. Вот ржавая помойка. Проще с пистолета стрелять. Или хотя бы так не клинит. Так, три кабана, а плоть убежала. Понятно. Полутаем. На шкуры всякие. А вон плоть порвалась в аномалии. Я достану? Наверное, достану. Ни хрена. Один клык. Я какие жадные. Что так плохо-то? Не знаю, надо мне вообще сейчас это клинящее чудо в руках носить. Оно меня убьет. Бля, болтики все, да? Стрёмно без них. И тут один клык. Печально как. С кем-то там стреляется. Хоть плоть не такая жадная, кабанчики. Никто не гуляет. Плоть порвалась. И вон там кто-то есть. Это тут сдохло, тут аномалия. Я достану. Перегрузище жесть. Я даже просто дойти тяжело будет. Походу. Только бы не вляпаться. Кто там? Бандита уложили.
И еще вон, он ходит. О. Или не о. Так, вроде убил. Че, еще кто-то есть? Че они ходят? Да, все. Так, тут кишки всякие. Интересно, сдам что-нибудь. Трофеи мои можно? И тут, да? А я с ними не пойду. Тяжелая, да? Попробую. Я три хожу. Найс. Что по квестам? Пить. Ура обычная, на. И все, да? Так, готовилок нет, да? Значит, мясо я продаю обычно. Ну, штучку оставлю, какую-нибудь легкую там. Ика. Нормально. Так, а мне надо. Аптечки есть, парочка, бинты. Ноги, руки есть. Пару бинтиков можно. Пару шин на ноги. Аптечку одну. И можно больше ничего не брать. Так, а магазин ты продаешь вот на эту? Оу май. На 12 за 3, на 20 за 4. И обычный за полторашку. На 20 возьму. 2 может. Трон вроде довольно попсовый. А убивает солидно. Только это так дорого. Вообще одним обойдусь. Буду вынимать, как наркоман. Раз. Дорогущий магазинчик. Еще коллаж в жопу вообще не всрался. Отвратительный. АЭСка на почин. Тут что тут есть? Магазины продадим. Снипа. Магазины на продажу. Журналы, карты на продажу. Вот на эту винтовку можно ремку заюзать. Но починить ли оно внутренность? Нет, конечно. Но я попробую. Все-таки это вес. Это деньги и пушка нормальная. И калаш починить. Галилку. Ну, парюсь в калаш, чё. Ого, а чё как с керосином чинится хорошо? Странно. Топливо вроде. Так, окей, внутренности починились? Нет? Нет, конечно. Состояние нормальное. Может, даже впарить его так можно. На, держи это. 45 патроны тут. 7,62 на 51 мне нужны вот эти. Есть у кого патроны натовские большие?
С разгрузки убираем. Магазин большой. Разгрузку. Управляем. Так, и продаю магазины ненужные. Вот эти вот я. Даже разряжать не буду. Поливать на пистолетные патроны вообще. Понесите мое пиво кто-нибудь. Так, куски я сейчас скину. И по идее все, я разгружен нормально. Одно мясо с собой. Так, чё по квестам? Может, он что-то хочет? У псевдособаки. Коготь химеры. Клюв. Копыта кабана 7. Изи. Рог химеры. Наверное, в баре там многое надо. Мех псевдособаки 7. Такое вот это есть. И все, и ни хрена больше нет. А тебе вообще квест, да. Да. Так, ну делаем тут квестики, а потом, наверное, кишки в бар я понесу. Такое или тут оставить. Побегаю, квесты поберу. Немножко не повредит, чё. Здорово, кто тебя тут так... Это бандит сюда залез. Ля пьяный. Ударник функциональный, да? А тут изношенный. Я могу с ВТшки на СВДшку ударник поставить. Кто такой этот ваш ударник? Где он? Вот это? Это? Тоже нет. Это? Бля, да где? А, наверное, у него... Тоже нет. Как понять? А, во, подсвечивается. Вот это ударник. Да. Я что-то другой меняю, это не ударник. Как сложно. Так, окей, на эту. Ничего. Вот это. О, найс. Вот на эту подошло. Так, дядя, есть квест? Понял. Журнал. Он и магазин. Уголь бы еще продал, если бы он 18 рублей не стоил. Гармошку забирай.
Ёп. Спасибо. Я так и собирался. О, нормоптика. ППШ. Разбор. Меня не порвет. Тоже на разбор. Вот того я кук, да? Опа, проблема. Зомбированные. Ничего, так нормально, уверенно ваншотит. А каждый раз магазин вынимать и заряжать, это, конечно, супер запара. Вот бы на второй такой накопить. Круто. Так, тут поиск спасения. А я тут вообще пройду поверху как-нибудь. Вот этот, да? Блин, ну чё ж ты такой унылый в кожанке? Был бы броник, мы бы тебя с собой взяли. А так, Джон Двигатель. Мы тебя ещё на родину отправим, скорее всего. О, это мне? Зоны всякие, ППШ-шки. Вот это уже поинтереснее. Это запчасти. Донор для Галила. Ошибись. Только по магазинам не очень. Так, вот это можно сделать. Дневной хищник, только бы не химера. Вот так год сходим. Почта, ты там не на связи? Как оно живется на Ютубе? Держи в курсе.
все чисто. Можно идти. Там опять кто-то лезет. Без гильзы болтиков, конечно, стрёмно ходить. Просто наступлю во что-нибудь невидимое, и все кончено. Ты кто вообще? Эвдопёсик за... А чё потоки? Я такой пьяный или что? А там кто, куда? О, покойник. Кто там? Никто не покойник. Ля, потемнело. Что за звук? А, выброс. Очень жаль. Ух, свинь. Понял. Чё, на Ютубе нет буферизации, да? Там мои 50 FPS залоченные. Разгоняет до 60. И под другое разрешение подгоняет YouTube. Он мое прогрессивное под вонючее 720 загоняет. Ладно. Там сервис такой, он, блин, наполовину забаненный, хрен его знает. Прям крали. Иногда врубает, иногда нет, вообще бесит эта нестабильность. На один сервис положишься, он на следующий день упадет. Эй, вы куда, мля? Придурки, стоять, не стрелять. Сейчас сдохните от выброса, кто ваши кишки домой повезет. Это кто? Это военные? Одиночки? Ну того шлем вроде военный, значит военная. Дима? Кто такой Дима? Кто же еще? А, Димон? Мля, я думал. Там все в аномалиях, даже если я их кокну. Я туда без болтов очкую залезать. Жалко, им парать нельзя. Что-нибудь там. Ладно, пофиг, пока перки вкину. Только вспомню как. Мне тупо что-нибудь на вес вначале. Это килограмм. Спасибо. Я попрыгаю, там меня заметят, начнут стрелять. Не начнут. Да, в общем-то, по барабану пока. Магазинчики продам тяжелые. Магазины будешь? На ППШ дорогие магазины нынче. Плюс 2 кэса. Патроны на эту винтовку продает. Дорого. 10. 2500. Да эти. Да. Но даже такие шарики пробивают не слабо. Ведь уровень брони. Куплю чуть-чуть, постреляю.
Ну давай, выходи, вы кто? Попробуй в них шмальнуть туда куда-нибудь, может на выстрел сагрец. О, пошел движ. Я просто в туннель убегут навсегда. Оружие прибери, дружище. Я приберу. Не бей. О, это мерки, бандиты, мля, я не вижу, темно, мыло. Так, ну, кстати, потому что мой чел врывается вперед, это походу враг. Я походу не попал нихера, да? Бандосики. Ну и все походу. Нет, не все, да? Ой, у вас там. Бля, это вообще мой чел? Нет, это не мой, это просто рандом чел пошел бандитов бить в Солянова. Ну, если он их залутает, будет справедливо, чё. Я туда вообще лезть не хочу. Это гильза есть. Можно попробовать. Здорово. Пати не хочет, квестов нет, 100 рублей имеет. Забирай ППШ патроны. За 50 рублей бомбу взорвись. Все, поехали. Я зайду, да? За пистолет FNX. О, это который с коллиматором такой. Блин, прикольный. 17500. Интересно, он лучше АПСки, которая там у кого-то в кармане. 45 АЦП, ну бьет по идее нормально. Да, не разбираюсь в пистолетах, надо мне такое чинить, не? Возьмем по приколу. Хорош пистоль. Да. Починить его, потом окажется, что на нем еще барабан есть. И вообще пушка. Хотя я не уверен. Вот на АПСик точно барабан видел. Так, это один, а их было три. Где остальные? В этом кустике. Или два их было. Здорово, нет броника. Понятно. Шатанная СВТ-шка. Кит, когда найдешь ту сболтовку, постреляй с нее тут. Вот это? Я ее разобрал только что. Я не хочу все вставлять, мля, это в Тетрис 2 часа играть, я понял. Следующую, если найду, я постреляю. Это мне еще надо 20 секунд там в нее части все вставлять, не... Ох, след. Да, след.
Ну, магазинов 5 на нее так достать, себе в карман положить, все зарядить, а потом менять. Мутантов стрелять, наверное, пойдет. Кто такой? Одиночка тот самый. Ну вот сюда пойду, квестик сделаю. Только бы не кровосиси, не химера. Дневной мутант, по идее, не очень страшно. Какой-нибудь зомбик там может быть. Или кабанчик, вообще изи. Так, а чё такое? Мне тяжело? Понесете чё-нибудь? По лопаты. Спасибо. Вот опять эмбиент сломался. Почему в EFP постоянно эмбиент ломается? Когда вот сюда в цветокор заходишь, он врубается вроде. Ну или не врубается. Ничего не понимаю. Врубай Dead Heroes. Ну, тут есть радио в телефоне, пойдет. У него сразу автобан, там все такое. Не-не. Не, не надо. Ладно. Ну, вроде спокойно все. Сейчас самый главный мой враг — это электро, которая прячется. Она как ёбнет меня, я сразу в начало пойду. Сердце слепого пса, 5. Вот это вроде есть. Там в ящике. Бегать туда-сюда за всякими кишками. Ого, у тебя тут набор. Это я тебе напродавал? СВД-патроны? Блин, заманчиво. Чё он их кокнуть? Неинтересно. Цветопалку. Магазины. Так, не хуярь медведя. Чё, где кого? О, палкой типа. Ничего не понял, если честно. Ну, здорово. Ушли хуярить медведя, чё? А такая кровосися убегает. Дает засос и все. Да? Тевда собака. С микропесиками еще в команде. Блин. Микропесиков с этой винтовки жалко убивать. Изи. Давай как баб, собираем монстров и веди их к НПЦ. Чё, было такое? Хотел спросить, на Великой Отечественной войне, а потом понял, что речь про ВОВ. Да
Да я сам могу, у меня вон, блин, НПЦ от меня и не отходит, целая армия. Так, тут чё? Тут квест сдать, сердца взять, сердца сюда притащить. То есть два квеста я делаю. И посмотрим, что у челиков продается. У этих заодно. Вряд ли я, конечно, какую-то нормальную снарягу сейчас могу найти. Не лазая за документами. Какая может быть? А что здесь произошло? Почему здесь 300 трупов в одном месте? Вы что, пьяные, бля? А ты всех залутал, да? Понятно. Хоть спички мне оставили, на этом спасибо. Блин, прикольное ружье. Ну, настолько прикольное, что игру положила. Ладно, разок можно, я ее совсем через жопу запускал. Но не больше. Где хоть сейф-то последний на собаке, я надеюсь, хотя бы. Где этот? Бля, это далеко. Я еще до собак не дошел. О, бля. Еще минус квест с сердцами будет. По-любому там другой сгенерится. Вот сколько я играл? Часик. Часик 20, может, где-то по ощущениям. Да, полтора часа. Полтора часа игра играет и падает. Просто так. Даже никакого замеса там, ничего такого стрёмного нет. Просто какая-то кучка трупов, а кто-то стреляет на заднем фоне. Слабенько, как слабенько. Знаю, что можно на армейских складах в кусты залезть. Убить 20 человек, пока свобода такая на тебя выходить будет целым лагерем. Вот тогда игра упадет вообще 5 раз за 15 минут. Тут вообще стелс какой-то там типа есть, но он такой сломанный. Типа, если ты сидишь в кустах, по тебе не стреляют почти никогда. Все подходят в упор. И только когда они заходят в куст, они могут там иногда выстрелить. Но ты обычно там ножиком станешь, он типа не стреляет. Так, тупо. О, найс, погода, спасибо. Вроде получше. Что-то пати с четверых слишком много, надо кого-то сбросить. Кто там? Ну я там. Должно быть просто ветер. Да. Ну как там с сердцами обстоит вопрос? А, ничего не могу предложить, да? Или стоп, может это не он был. А так неохота керосин продавать.
офигенно пушки чинит. Была бы ремка. О, трое в присядке, один стоя. Из-за этого падает игра, поэтому все встали, все сели. Предположим. О, дали квест. Да ладно, квест сюда же дали? Или чё? А, ну, да. Жопу в самую квест дали, спасибо. А у вас чё? Ничего не нарандомилось прикольного? Как жизнь? Долговец хочет долговца убить. Спасибо. Пригодится. Ляпёсик флексит. Я по такому никогда не попаду. Горе-пистолет. Так, игра упала. Раз за полтора часа начинаем сэваться, значит. Каждые три шага. Хера там с тебя мясо. Ехали. Песика два сердца, небось, было. Да? Нет. Сердце и печень. Здорово, есть квест какой? Понял. Бля, я чё, квест взял? Не понял. Пандосов никаких там в канаве не сидит. Не любит. Эх, а я помню темную эпоху технологий, когда еще мир не пришел к упадку. Получалось стримить сразу в ВК, в Пабло, с ПКФки. На YouTube и на Twitch. Вот балдежно было. А теперь все. Теперь можно только жопу пососать. А где тот чел с дробашом? Украли. Ты не кись частотами ищешь. У меня ресивера нет для этого, так что не ищу. Так, вот на этом моменте сдохла игра. В этот раз она не сдохла, да? Кто такой? Это я, который вниз свалился, которого вытолкнули. А ты тоже мертвым притворился, да? Можно я тебе шоколадку заберу? F. Да. Так, что продаем? Патроны по оверпрайсу, x2 цена, да? Значит, все по оверпрайсу. Креник, барабаны. Лаши, супер дорогие. Это что за барабан вообще? На Сашку, прикол. И для Скара? Блин, барабан для Скара, огонь вообще. Так, тут миллиард пушек просто так. На первом ассортименте и ноль броников, да? Нафал. Нафал? Может, нафал. Ремка и для экзоскелета, блин. Спасибо. То, что надо в самом начале, на первом уровне ассортимента. Спасибо. Даже торговать с ним не хочу. Цены у него, конечно. Обидные.
А у верхнего посмотрим. Мне какой-нибудь боевой шлем купить, или я не знаю, комбез получше. Сейчас будет очень круто, но мне не хватит. Блин, а я не помню, вроде ничего дельного. Броню тоже не продавал на первом уровне ассортимента. Тоже конские цены, там еда, вода, патроны. Пара пушечек вроде. Может, десяток. Не очень помню. У тебя. О, тут уже какие-то броники есть, но не особенные. 39 мой, 37, 34. Мерковский лайтовый 38, бандитский 36. Ну понятно, пока ассортимент не качнешь, хрена с два тебе что нормальное тут дадут. У Валда есть. Самая необходимая вещь. В дудезике. Фонарик, ПНВ. Купить есть, поесть есть, поесть есть. Ну такое, тут нечего взять даже. Это что такое? Ладно, приснилось. Иду квестик сдам. Это не очень радиоактивное. Да, это немножко радиоактивное. 200. Ну, 200 я, наверное, выведу. Как-нибудь. Ты кто? Одиночка с Сигом. Квест выполнился сам. Какой именно? Я не заметил что-то. Да, они любят тут выполняться. Я ничего не видел, сейчас я в глаза долблюсь. Вот этот? Может, выполнился. Там было выполнено написано. Тут на свалке. Блин, балдеж. Вот так бы всегда. Нормально, я бы сейчас убежал и не заметил. Ва, сухпай дали, еля живем. Вкусно. Так, что-то 4 человека слишком много. Я одного назад отведу. Светлана. Да, я. Я без саундпадов, у меня конспирология на загруженность, тресни в оперативку, там что-нибудь такое, до этого вылетает. Просто так же не играется, надо обязательно себе кызына придумывать, чтобы повеселее было. Дох. Охрененно он читает хд. Тяжело. Сброситься бы куда-то в скором времени. У меня уже ноги не ходят. Можно вот этого мужика отдать, который не дает в карманы заглянуть. Мне такой не нужен. Так, адресню мы не поддержим, да, ясно. Печально. XDD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 D
5 кэсов. Нормально, квест есть, квеста нет. Оружие к бою. Долго кто-то кричат. Идите меня. Хочу к бою. Бля, старший братик, я застряла. Что здесь происходит? Станебовец. С военными воюет, да? А я чё, я стены не могу пробить. Я тут посижу, можно? Тут нашего убили. Запаркурить бы где-нибудь на стенах. Ну, сорян, я хочу жить, поэтому я просто так сижу. Жду, пока они высунутся сами. Я туда в кусты не полезу, меня там ушатают. Правда, граната может прилететь, но... По идее, они не со мной воюют. Можно на крышу забраться? Да, это тоже не видно будет, я думаю, далеко. О, военный, да? Маля, он гранату кинул. Или на второй этаж. Да вон уже отсюда видно, нормально они вышли. Надеюсь, ты был военный, да? Ого, это было близко. Лякос. Давай, ложись, отдыхай. А я чё, у меня второго магазина нет даже. А, она заклинила. Нифига. Неплохо столько стрелять в этом состоянии. Надо перестать мучить дядю вон того. Ля, березу покрасили. Сейчас заодно узнаем это все, не? Вот кто еще высунется, пока я тут магазами флексю. Да-да. Это по нам? Кто там? Да. Давай тоже ложись, не стесняйся. Тут, блин, на рельсах комфортно. То есть четверо было военных. F5. Чтобы игра не сдохла, да? А, правильно. Ну, вообще это тупо очень. Сейваться в игре, где у тебя одна жизнь. Это такой тупняк. Правда, в прошлый раз, когда я играл, там почти не умирала игра настолько, что я даже забывал об этом и долго не сейвался. Это ходит за стеной. Или это вы? Да, давай трогать грязную землю. Так вылеты. Да. Есть такое. Мурка. Блин, дробовичок балдеж. Ну, дробовик для смелых челов в экзачах, а я это... Я очкую и сижу в кустах, короче. Без норм брони, поэтому не мой выбор. Мне какую-нибудь снайперку дайте там, или калаш с оптикой пойдет. Ого. Нормальные компоненты, что-нибудь починим. Так, тут никого, да?
По чисто небовца убили себе 4 военных. Вау! Супер реген ТПшки на минус голод. А, прикольная штука. Буду такой от радиации умирать с едой. Одел. Похилился, дошел. Проголодался. Нормально. Ну, хоть одного они вот тут убили. С каремки, водка. Привет. Так он без радиации. Да? Ну я в смысле, типа, если я цепану радиацию. А у меня тут стартер пак такой, что я особо и не цепану, я в противогазе. Хотя был бы я человеком, я бы себе шлем боевой взял. Я бы задолбался курить и водку пить. Так, а где я их уработал? Да. Вот с этого бы бронька выпала, вообще была бы пушка. И вот такая броня солидная. Блин, не выпала, да? Ха? Ро? Шиш? Ва! Вот такой микрокалаш балдежный. Получше, чем АК-74 будет, я думаю. Состояние норм. Некоторых. Это мы берем. Надо было еще глянуть, что за оптика на него цепляется. Бери, бери, бери. Ну вот с этого выпала броня. Тоже очень дешевая, просто армейский броник. Милая. И мне такая не нужна. Тяжело, жесть, ноги еще не пойдут. Да, вообще. Что-то затуп какой-то мелкий был, показалось. Как будто гильза не кидалась. Так, сейчас мне бы какой-нибудь толчок залезть. Проверка, проверка. Да-да, я. Все еще лагает, да. Hello? Hi. Так. Я беру, короче, калаш. Чела, который застрял в кустах. А не, вот тут застрял. Что вы тут делаете, наркоманы? Неужто сейвлоад надо? Ну вы где? На Твиче отстает сильнее Ютуба. Понял. Поспаем смайлики. Почекай на сколько. Эксик говорила 6 секунд. Алло, челы с калашом, вы где вообще? Ой, мля, клоуны. Огонь на усмотрение. До этого типа так было, да? Впадлу. Да, мне тоже. Давай, вылезай, где вы там? Я не понимаю. Короче, сейвлодик надо, они в затупе где-то. Встали, наверное, там. Спят.
Сейчас надо будет из калаша все вытащить. Все хорошее вставить в АЕК и всякий мусор типа этого калаша выбросить. Освободиться немножко места, можно будет идти сгружаться. АЕК прикольный, наверное. Я ни разу тут с ним не ходил, вообще не видел, не падал. Может, они на другую локацию пошли кого-то убивать? Неужели какой-то баг с неписями? Чё такое? 14 метров. Пишут, что они где-то рядом, но их нет. Что? Короче, понятно. Надо скинуть тут АЕК. Такие тяжелые штуки тоже сюда. Части, мясо продадим. Это бы продать по-хорошему, но мне не помогут донести. Так. Там овощи не появились наши. Блин. Бери мясо, дядя. О, квестики подъехали. Обычные шкуры мутантов и мясо. Хвост слепого пса. Части мутантов какие-то. О, может, я посплю, они разбагаются. Пока почекаем. Темно, уже не видно ни хрена. Пойду за горохом. Да, надо бы. Спим. До утра. Если они не придут, я буду орать. Это первый раз, когда у меня забагались компаньоны. О, вы пришли. Не все так плохо. Навие от GeoDTA не find while you're Навие от GeoDTA не find while you're alive. Ай, what the fuck? Навие от GeoDTA не find while you're alive. Да-да, я понял, можно не повторять. Сейчас найду свою любовь. Это реклама какая-то, да? С Ютуба. Или ты пришел сюда, чтобы я нашел свою любовь? Так, дядя, ты куда? Лутаться пошел. Так, ну-ка все к ящику. Вот АЕК. Да. Нет, ты. И вот 74-ка. Чё по прицелам на АЕК? СОшка лепится, отлично. Глушак под стволком, нормально. Он еще какой-то Ладно, камуфляж долго, это ничего не дает. Так. Магазин вынимаем. Тут ничего в идеале нет, да? Раз блок сломан, и тут сломан. Ну, понятно как. Я могу продать его? Мля, я его чинил ремками. Как жалко. Сты, давай. Калаш возьмешь? Наверное, вообще пушки не покупаешь.
Давай, разбирайся, дядя, ща я допью. Да, получается, две ремки зря. Тогда, наверное, имело бы смысл даже оставить 74-ку. Ладно, пофиг. Или впарю кому-нибудь, еще попробую впарить. Или без частей не возьмут, как что-нибудь понимать, не знаю. А ты разобрался, типа? Кто? Долговец? Короче, есть калаш в идеале. Но есть один нюанс, внутри ничего нет. Никто не хочет купить. Намного проще, вообще никого и нет. Кроме этого долговца, который там гуляет. Да. Бандосики кричат. Доброе утро. Начинается не с кофе, а с накозлина. Чё с тобой, там еще кто-то есть? Тонова убили. Детектор мне дадут. О, привет. Бля, винтовка, ты чё, 3 метра, блин. Блин, не надо меня ранить. Я одноразовый. Чё, да? А, нет. Этот. Ёбаные кусты, все патроны съели. А, и куда он ушел? Теперь этот калаш должен запихать. Помигаем, а не бинтик вжать. Вроде нормально же, ХП не падает. По-моему, еще бандита слышал где-то. Есть кто? Сейчас вот тут в упор из-за угла какой-нибудь чел с ППшкой. Я труп. А не, нормально. Реально ученый, нифига. С КС-кой. Нормально удвигали меня, спасибо. Мячка какая-то. О, здорово. Мониторишь, да? Правильно, мля. Его куда-то проводить надо. Куда тебя надо проводить? Мертвый город. О, до связи. Наверное, хочешь купить? Не хочешь, да? Неудивительно. Как хочешь. Кит,
Кида, прикол. Я чё? Что? Я умею говорить. Я знаю. Я бандита наблюдаю. Меня убьют сейчас нахрен. Работаем, чё спим, придурки. Я не при делах, чисто сдаюсь. Я без пушки. Бля, а тут военные. Да, ля снипа валит жестко. Все, ты труп. Хочется назад отойти, сейчас с двух сторон как зажмут. Там военный, тут бандос. Чел обходит паровоз. Да? Нет? Или все френдли уже? Я не понимаю, что происходит. Может, там этот долговец ходит? Или вот он лежит? Нет, наверное, он ходит. Да, стрёмно, конечно, но лутаемся, пофиг. Режусь на всякий. Сколько там? 8 оставалось. И там. Та пушка все. И... Пойдем потихоньку. Около половины. То есть тут патрончик какой-то есть по кнопке, нифига. Вот тут кто-то ходил. А, это ты. Тут у нас калаш, на который оптика не цепится. Спасибо. Патроны на него. Без рофлов сейчас Twitch стабильно работает. Да. Да тут вроде были бета-тестеры до тебя, говорили, что все нормально, но так вроде работал всегда неплохо. Может, какие-то чисто твои приколы? Я вроде не совсем дурачок, там никто не жаловался, да и я спрашивал, помню. Может быть, из-за рестрима он там постабильнее работает. Все-таки немножко по-другому. АКМ. И оптика на него. Ну, АКМС, наверное, получше будет, чем просто АКМ. Что тут в идеале? Продольно скользящий затвор. Короче, идет в задницу. А, мужики, тяжело, понесем. Лам. А ЕК не лезет, да, обрез идет в жопу. Калаш, ищи с припиской N ночной. Да нет, чё, такого не будет. Скорее прицел будет. А прям калаш ночной. Я... Немало побегал, я такого не видел. К нему прицел цепится. Цепится, нифига. Понял. Кобра. Магазин. Сломался, спасибо, папаша. Разбираем. Надо сейвлот или переход в локу. Не, не надо, уже игра сдохла. Брух. Вот, пожалуйста, через 50 минут еще раз шаталась игра. Я даже, наверное, из локи не выходил особо. Че по стабильности? ЕФП нормально там вообще?
Клюет. Слишком много я душню на одном месте. Надо половину спутников распускать. По квестам нахрен мне 4 человека. И бегать на Олуло как-то попроще. А то я тут сижу, туплю в одном месте. Так, блин, стрёмно. Ну ладно, хоть сейф прям тут. На этом спасибо. Починить бы сейчас АЕК, барабан к нему присобачить. И вот с этой снатовской снипой ходить, балдеж. СВДшку в жопу кому-нибудь запихать. И долго мне еще интересно всяких собак вот тут выгуливать, пока норм броня не появится. Так, в аномалию не затолкайте, я одноразовый. Алло! Бля, электро под жопой! Угораете, что ли? Что за боевой режим? Там кто-то есть? Дядя. На кордон пойдем мужика относить, заодно посмотрим, что там Идровичу в луте прояснилось. А, вот это да, блин, ну да, конечно, давай. Патроны-то на него найдутся вообще. Да. Потом так. Магазин можно к этой хрени? О. Оу. Мля. Чем он стреляет? Он не видит нормальные патроны от дробаша. А, он стреляет 20-70. До связи. Это же редкий патрон, я такой не найду. Ну, по крайней мере, у него нет. Вообще редкий. Ясно, понятно. Блин, не судьба, дружок. Кузик. Кто вообще такой пьяный выдает военным вот этот позор? Я не 20 понимаю. Копеек. Что 20 копеек? В кармане у него было. Так, СВДшка, ты вообще стреляешь? Верно. Прикольно, первый арт нашел у кого-то в кармане. Пф-х-х-х-пахы. Абсолютно согласен. Нахватай! Да не хватай! Ты не прыгнулся, ты что, угораете? Как бы быстро сбросить какой-нибудь. Ты труп, мужик! Нахрен меня обрез, я жить хочу. Погода класс, плюс САС, плюс не видно ни хрена. Точно бандит, я из-за тумана не вижу. Блин. За трубой лег.
Ну давай, сейчас будем туда-сюда бегать, пытаться его добить. Вообще по барабану, я лутаюсь. Можно мне броник? Нет, да ладно. Пичка, патроны. Я не могу встать, мне тяжело. Дайте руку. Да хорош. Лопата идет в жопу. Покрывало тоже. Остальное не хочется отдавать. А придется. Звук такой, как будто я его съел, мля. Да я его выкинул, какого хрена ты жуешь? Пьяный. Привет. Несем лут. Вот эти бы надо, а не магазин ему давать. Угу. Криптава. Станок, пушка, АКМчик, да? Пя. Пина. Пя. АЕК. КСК. Ну, СКСК мне не нужна уже. Конечно, прикольно без магазинов заряжаться. Я лучше потом барабанчик себе намучу, если доживу. Сел. Да. Так, магазины на борт. Такие части в карман. Инструменты. Эти. Лезет, да? Отдай лопаты тогда. О. Бля, инструментов и мяса еще много. Ну, как минимум до ящика хотя бы доползу. С горем пополам. Хорошему в бар бы идти с таким перегрузищем. Я ни до какого кордона не доберусь. Так, а тут нет никакого там угля активированного. Мясо поел балдежного. Магазины. Пойду магазины сторгую, смогу ходить. По идее. Кто? Ты кто? Ты мерк? Я не знаю, кто ты. Я стреляю, мне плевать. Ай. Ящик пробили. Я сейчас умру. Кустик. Я иду к тебе. Бля! Все. Открывай здесь магазин хостоваров. Я уже закрываю здесь магазин. Пошел прятаться в куст, а там, короче, аномалия. Я даже пережил ее поначалу. Потом я зашел в нее второй раз. Бля, такое нелепое дерьмо, это жесть вообще. Эх. Красиво булькает. Не так красиво, как моя порванная жопа, но красиво, да. А там насрали? Да.
Я и так вроде аккуратничал постоянно, блин, и все равно вляпался так тупо. Помянем. Нормальный был чел. Го посмотрим Айок и на новую жизнь. Да чё его смотреть? Просто тупо коллаж Старкова там с какой-нибудь анимкой прикольной. С анимкой осмотра. Сложка, барабан, ничего такого особенного просто. Чуть получше коллажа. Все. Сидел тут такой в перевесе, что-то разбирался, мля. Дайте мне АЕК, я Роскомнадзор. И в чем ты не прав? Я не прав в том, что когда убегаешь от врагов, надо в аномалию, блин, наступать. За ящиком меня бы прострелили. А за дерево было не встать, там насрано. Такой вот АЕК. У него нет анимации снимания клина, он просто пушку вниз убирает. Все. Ой, и это... А, ну ладно. Это не Escape from Tarkov Weapon, это просто типа АЕК. Походу с аномалией еще, наверное. Ну тогда ладно, тогда к нему претензий нет. Довольно уныленький. Может по статам не самый унылый. 33 урона, ну как везде. Точность неплохая. В принципе, ничего. Да. Ржавые по ЗДЦ. Да. То есть все эти перестрелки, там убийство с двух пулек, это все, да, но... Бояться надо аномалий. Попробую в этот раз задолговца. Может, повеселее у него как-то будет. Тоже пойду в эти щадящие локации. Нубские. Топ сложность, топ экономика. Можно галочку даже одна жизнь поставить. Как бы ничего она не сломала. Ну, сейвы просто удалятся, да, ну нормально. Парят, давай реснемся. Беру по классике комбез от радиации, там противогаз, рюкзак топовый, телефон, топовый ножик. Чё так поинтов много? А, бля, не туда смотрю, три. АПСик какой-нибудь, и не знаю, может гранату взять.
Я себя убью ей. Водички возьму, радиацию вывести. Хотя в этом костюме не надо, да? Да, наверное, не надо. А в по? Что такое в по? Ну, патронов возьму на пистолет чуть-чуть. Китайских, самых обоссанных. Ну и все. Бля, надо было так отдаться позорно, фу. Короче, этот перс на прошлом 3 часа жил и на этом где-то 1-2 часа. Получается, перс жил 5 часов. Это рекорд. Предыдущий был где-то минут 12. Короче, с аномалиями супер осторожно надо, вообще прямо жесть. Лучше вообще не воевать рядом с аномалиями, куда угодно убегать. Только не отступать в аномалию и не в куст. Винтовка, полуавтомат, охотничая по 7 калибр. А. Пать. Чё под звездой? Под звездочкой? Что? Или это мат так выглядит? Или что? Чё? Я не понял, у меня смайлик. Да, там есть крутые пушки. Но со старта на этой сложности их не возьмешь. Если возьмешь какой-нибудь калаш, ты будешь с голой жопой. Или без рюкзака, или без комбеза вообще никак нельзя. А нож и телефон ничего не стоят. Стартанешь с голой жопой, зайдешь в радиацию, все. Тебя там по одной локе даже пройти никуда не сможешь. Просто умрешь от передоза. Исправление. Бля, сложно, я не понимаю. Спокойно. Чем могу помочь, сталкер? Короче. Туда, сюда. Блин, надо было ник поставить. Что это за такое? Кошмар. Сейчас поставим ник. Помню только, где это делается. Где-то тут. Игрок. Нет? Другое. Нет, нет, нет. А где? Во. Это будет Стас на пас. Я не сохранил. Так, а я нажал применить. Какого хрена? О, так, походу, надо было, да? Угу. Давай сюда квесты свои. Разведать местность. Это опасно, лучше не надо. Шивки монолита, свободы, кошмар. Я все, да? Нормально пообщались. Да мы не общались даже, ты угораешь. Оружие прибери, дружище. На армейских складах не пойду. Ну, страшно. Здорово. Точно сдохну сходу. Мое терпение на пределе. И чел у стены говорит, что его терпение на пределе. Клык кабана, вот это легкая фигня.
Фотку не дам. Че, вначале без компаньонов очень тяжело будет, и найти их тоже сложно. Это квест будет. Какой-нибудь типа освободить чела на палке. Это можно. Этого отстойные квесты. Да. Встретиться с Ноем. Армеец в складах. Нет, нет. Пропром нет. Кладбище техники. Тоже не хочу. Свалка, да. Побыть химера, жесть. Ички Патрика, спасибо. Даже бинтика нет, да? Ну ты и жопошник, конечно. Давай сюда свою аптечку. Сейчас берем у всех квесты куда-нибудь на юг локаций. Где побезопаснее. Пытаемся что-то сделать. Привет, брат! Про плоти, да, нормально. Фотку не дам, даже одну жалко. И ничего. Пар заглянем и на юг погнали. Да, что за игра Си? Этот как его? Подходи, сталкер. Для таких, ну, привет. Как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Deus Ex на модиках. Рекомендую, внимание, кстати. Выдаю шутку юмора. Заныкал сталкер на дереве хабар. Народа мало со старта. Пластиковая банка. Ля, у тебя квесты, конечно. Слушаю тебя. Стой. Сердце пса опять. Нормально. Брать бы у него вон ту водку как-нибудь. А запаркурим. Интересно, он не миров просил или другую какую-то? На долина нет, склады опасны, излома можно руку. Бандиты на кладбище, да хватит. Лобок артефакт тоже нет. Сейчас желательно купить попить. И бинтик. И хватит. Есть. Пить. Попить есть. И остается косарь. Сгоняем свалку 700. Кстати, говорят, военные сталкеры в таких шлемах ходят. Не хочу чекать, убили там собаки долговцев или не убили. Плевать, тут найдем что-нибудь. А где нано-улучшение? А есть такие? А, блин, это. Там экзача, аугментика всякая. До этого дожить надо. Импланты там всякие, киберпсихоз в тегах, все такое.
сразу толпа зомби просто сходу. Это мне? Спасибо. Мля, только не ты. Нет. Хера я заряжаю пустой магазин. Бизончик на 4 магазина, прикол. Верно. Линить только будет как тварь. Да уже вывод радиации через пары спирта. Ага. Нереалистично, да? Хе-хе-хе-хе. Это пипега. Угу. И ни один квест в баре я сюда не взял. Отлично. Спасибо. Даже ты со своими армейскими складами, да хватит. Так, 9.18 бизон, да? А эта штука 9.19. Там на бизон есть пострелять побольше, кажется. Да я продаю, мне не надо, спасибо. Продаю и разберу. О, какие-то части от бизона даже подходят. Задержка 20 сек. Говорили? Может, грузилось там что-нибудь такое, не знаю. Отвратительно на самом деле. Держи в курсе. Если дальше так пойдет, я это... Я три стрима кажусь навсегда. Сколько можно зомби? Какого хрена зомби прут с бара? Что случилось? Не сдавайся. О, магазинчик на... Магазинчик на 4 для этого тозика уже не так плохо. Уже не такое позорище, но... Я бы все равно таким не пользовался, конечно. Чё, кекс, реально 20 секунд? Или это мемы? Звучит как мем. Я не верю. Верю, конечно, но не верю. Бандиты на армейских складах. Вы что, издеваетесь со своими складами? Типа ты долговец, иди на склады месись, да? Нет, я хочу стрелять собак. Я филиал Релиуса. Да я бы пострелял, на него патроны не падают вообще. Там все магазины пустые, как специально. Все что угодно игра делает, чтобы я его не брал. Мясо кикиморы пойдет. 10 сек. 10. Ясно. Я для себя сделал вывод. Рестрим мусор, короче. Рассказывай. Греха нашивки я вообще нигде не найду. Чем я это взял? Е-е-е. Чё? Супер фриз какой-то. Кого-то спавнит. Или чё?
Мясо кабана 3. Легкое. Ну, привет! В магазе? Дапле? Да хватит. Ну, там патрон редкий какой-то. 12, что-то на 70. Хрен из 2 я такое найду. Кого-то в кармане, уж тем более в магазе. Вот он тут продается, но патронов на него я не вижу. А вот... Ладно, вижу. Ой, мля... Где он был у зомбиков где-то? Бля, даже в руки брать не хочется. Магазинчик у него надо, или я все продал? Ну, конечно. Так, так. Яуай. Отлично, я подобрал. Сейчас соберем на коленке потихоньку как-нибудь. Так, вот это светится, да? В смысле невозможно. Короче, оружие слишком ржавое, поэтому нельзя собрать здесь. Бля, эта игра, короче, не хочет, чтобы я этим пользовался. Я уже, я ни при чем. Просто ужас какой-то. Ну давай, магазин я пока оставлю, может дропнется, это калище вначале часто падает вроде. Там... Там другой. Так я же оба разобрал. Нет? Я же бомж вначале, я чё могу какую-то пушку просто так оставить? Нет, конечно. Обычный есть. Который я выкинул. Разобранный. Этот разобранный. Да ладно, найдем. Магазины есть на эту дресню. Как легко после смерти-то ходится вообще. Я прям не парюсь. Надо бы наоборот. Яи. Патрон вроде был, это клин так выглядит. И найслоды у коробок они пропадают. А, не хавай. Эх, опять с днища помойку всякую бегать собирать. Когда-нибудь я научусь жить больше 5 часов. Но это будет не сегодня. Тая собака. Всем привет. С кем стреляется, можно с вами. Так,
ты одиночка, да? Там трейдера пинаете или что? Все, ты труп! О, я? Я знаю. Ее бомжиков. Так, оп-бомж с дробовиком. Кто-то где-то мощно стонет. Где вы его уронили, я не понимаю. Привет, ты кто? Одиночка, и ты одиночка. Наверху они любят вот сюда куда-то залезать. Вот тут есть трупик, но это не он. Бля, опять ты. Там можно, ёп. Это не по мне? Это, конечно, кому я нужен? Своим тозом, блин. Состояние 6%. Надеюсь, это оружие в руках взорвется, и я умру. Это что, военный? Не уйдешь! А, я же долговец. Блин, неудобно перепривыкать теперь. Ипсицит. Чудо-оружие прям. Привет, дядя. Сразу СВДшку мне дарите, да? Сразу шифт сломался, да? Спасибо. Ну, по патронам. Один магазин наскребется, да? Из оптики на коллиматор. Я даже стрелять не буду. Кто там? Я не знаю, кто это. Наверное, бандит. Хрена ты народу наубивал, дядя. Хватит, может. Не расходиться. Ждем. Он орал как одиночка или как военный. Это бандит был. Ладно. Что тут у тебя? Этик. Момент истины. Ты кто такой? Кого я убил? Это мерк был, нифига. ЗБС Пуколка. Я счастлив. Ну, если стреляет быстро, магазинов много. Может и ничего, реально. Я бы любой помповый дробаш лучше бы взял, чем дробовик, болтовка, магазин на 2, магазин на 4. Барабан на 100 дайте, я постреляю. У него он обычный тозик как-то поближе будет даже. Так, у нас тут М-ка. В магазине вообще много.
магазине целых ноль. Сломалась зарядка, да? Слишком много переломов. ЕФП. Ну, вообще, меньше тупишь, меньше там ковыряешься у всех в штанах. Чаще переходишь по локациям, и это почти незаметно. Блин, я вроде только-только пришел сюда, что так плохо-то? 4 патрона. Нахрена мне 4 патрона? Зачем я это взял вообще? Сюда нельзя кобру, да? Отсок можно. Да, не навою я ничего с этой помойкой. Ну, на ТВ. Тут задержки нет. Подробнее можно? Я ничего не понял. На ТВ мне идти, сталкер играть или что? Отвечу. Ты просто топишь дальше за YouTube. Чё, я взял квесты, не? Он нет. Ну, на экран ты, Twitch. Понял. МММ дожик. Да. Тебя же дождик. Твич — это для тебя. Дневной гуманоид. Нормально. Рок химеры. Кошмар. Мех псевдособаки. Ну тоже не очень. Клюв вороны я никогда не найду. Кошачий хвост 6 штук. Жесть. Слышно, хуй ютуб. Кексик такая отрекается от твича, а потом пишет нахуй ютуб. Быстро погода меняется. Так. Слышу, слышу. Бля, кто-нибудь держите их. Ютуб с твичом подрались. Да, мне дали всего один квестик. Что мне тут делать все это время? Где я разгонюсь? На кордоне, что ли? В смысле? Я стримы на ютубе вообще не понимаю. Ну, там меньше n-вордов. Это в плюсике. В минусике там больше нюансов по авторским правам на музыку. То есть баланс. А еще, типа, YouTube удобнее тем, кто видосы делает. Заливает там и все такое. Тем, кто делает контент. Twitch, типа, удобнее тем, кто просто стримит. Там даже интерфейс адекватный для стрима отсутствует. Бля, меня сейчас съедят! Ага, притворяешься, да, да, да. Я буквально могу перематывать стрим и менять качество. Блин.
Ну, качество тут тоже можно приобрести. А мотать можно и после стрима. Нормально, да? Вообще, мотать в прямом эфире прикольно, да. Везет, везет. Ой, не надо. Моя жизнь уже ничего не стоит, но все равно не надо. Бля, я не попал с дробаша в упор. Звук перезарядки есть, анимации нет. Что происходит, что я сделал? Можно и на FT мотать, если стример потоковое сохранение включает сразу в записи. Ого. Потоковое сохранение включает записи. Вот так можно? А что за чудо-аппарат? Лежим и не встаем. Наверное, все. Можно ваши ручки? И, пожалуйста, 5 рук, а не 2 рубля. Нормально. Еще лучше аптечку и бинтик. Ну, я могу сейчас зайти в твои видео, и там уже есть видос твой с этой записью стрима на 3 часа. Понял. Его умные слова, а чё я не встречал таких? Я тоже не очень разбираюсь. Я что, похож на абонента? На Ютубе нет умных слов. Зато на Ютубе есть не... Нет! Нет! Факт. Бля, пронесло. А, это был единственный квест на всю локацию. Спасибо. Да, именно это я и хотел. Все в аномалиях, бля. Чё как? Я выжил. Ну, там отпускаю чуть-чуть. Можно выйти, если об этом. Если shift втопите, силы есть. Ногами об косяк. Да. Ай, бля, ноги. Мои ноги. У меня нет шины на ноги. Опять ты. Бля, и где Стас купит шину для ног? 3 штуки. У него всего 1000 денег. Этот чел еще и шины не продает. Он, небось, одних собак продает. Да. Вот это чуть-чуть залечит. Сейчас бы ибупрофенчика понюхать. Так нету. Блин. Опять 300. Есть шины на ноги. Во в кустах сидеть 4 часа. Да, придется. Но там игра вылетает, поэтому я честно сдохну лучше. Так, куча ненужных магазинов на СВТшки всякие. Нахрен надо. Это. Дед, забери. Так, а мне надо. Шины. Аптечку можно.
попить есть? Не продает, походу, на 10 юзов попить, да? Только дресня, вот вода. О, воды купим, уже не хватает. Даже если я ему руку свою отдам. Сон клинит. Да, завязывать пора на самом деле. Отлично, я сегодня разъебался в луже с дресней. На этом моменте уже стоило закончить. А, давай. Пинить ногу, конечно. Ёбаная зеленка. На одной и той же локации вляпался. Небольшим интервалом. Но может это я. Да, вообще ни живности, ничего. Никакого замеса не происходит. Нормальных квестов не надавали. Что мне отсюда уходить? Я сделал всего квестик. И ничего толком не поднял. Не, так не пойдет. Сейчас пойдем приключения на жопу искать. Вон там забив. Пойдем к ним. Мне бы хоть одного компаньона самого простенького, чтобы по его реакции понимать, враги передо мной или кто вообще. То бывает даже в оптику в хорошую хрен разберешь. Тут и одиночки идут. Вижу по отсутствию башки. Да ведь? Ну типа. Может у них квестик возьмем какой? Чё, по квестам есть чё? Слушаю Прима? Тебя. Да? Бандиты в темной жопе, нет. Я. О! Дружок на кордоне, то, что надо. Он-то мне и нужен. Как минимум, сейчас за ним на кордон пойдем. Этих я всех чекал, небось. Спокойно. Чем могу помочь, сталкер? При изюма я бы зажопил. Не отдам. Хвостки киморы, в принципе, изи. Тебя куда проводить? 4 часа на кордон. О, изи, погнали. Круто одет, я бы тебя даже не отдавал. Ходишь со мной до конца жизни? Бля, это целый сквад из троих. Как их можно отдать по квестику? Я бы их навсегда с собой оставил. Пойду вон там по краям погуляю, поищу бандитов, собак каких. Живем? Да. Ну так, без фанатизма, сейчас во что-нибудь вляпаюсь. Во, в электро чуть не вляпался уже. Вот это кто идет, как понять? Никак. Поближе подойдем, спросим, кто это. Дядя. Понял. А. Хочу Вегас. Ты что ли? Свободовец. Меня достанешь?
Да, здорово, Вегас. Но, я так понял, они его убили, слишком спокойные все. А нам чё? А нам и нормально. А, так тоже пойдет. Я все вижу. Сейчас погуляем 5 минуток перед сном, и можно. Ну, не прям одиноко, но... Да. О, ремочка для легкой брони. Мне, значит, не легкая броня, да? У меня средняя какая-то. Баллистика 7. Выглядит как самая легкая. Ля, у тебя взгляд. Ну, такой... Много кто не понимает. Кого-то как зацепило, так и все. А там уже модики всякие, еще там всего. А я не сплю в 2 ночи. Понятно. Так, лютый перегруз. Чем мне вот это? Почта, можно я выкину этого ублюдка? Я не могу на него смотреть больше. Все, прощай. Я пострелял, я потестил, мне очень понравилось. Нормально, не клинит, в принципе. Ему бы обвес, тюнинг, там всякие приколы, и можно даже ходить. Норм пушка в начале. Просто тяжело, а на остальное что-то как-то не смотрится. Да, в жопу его. Кобра никуда не лезет, блин. Так, это одиночки там идут, да? Я свободовца лутал вообще или пьяный? А вроде лутал. Так, там одиночки гуляют. Вот тут пройдемся, вот тут еще забивчик бывает небольшой. А главное в столб не намотаться ни в какой. Да, не зареган нельзя. Зарегайся, что там, не сложно. Все равно сидишь минутку тупишь. Нельзя юзать, так как полноценных. Ну, главного нельзя, остальных можно. Маля, он мне еще и бинтик подарил. Спасибо, держи, СВД. Нормально поменялись. Я считаю, справедливо. Ты ямку держи, все, пошли. В жопу пошел. В любом случае, я все равно хотел уже почилить, пойти собираться там, как минимум кофе попить. Так что думаю, сейчас доковыляем до кордона, и я буду завязывать. Пока что рекорд чела, который выжил на этих бешеных настройках 5 часов по нуболокациям, блин, неплохо. Я думаю, сложно будет такое перебить.
Надо вообще прям сидеть в кустах, кемпить там, авкать специально. Чилить, медлить, все такое. Еще каких-то коробок и ничего взять нельзя. Спасибо. Это мне. Ружье вообще стреляет, да? Вообще, то Alive жестит там по 200 моделек с одного входа на локацию, то вообще никого нет. Да хватит, бля, стамины уже нет. Что? А это не рейд, это боты вайпают. Ну, на случай, если это не боты, всем привет. У нас тут сталкер ЕФП. Как же болтики кидать? Ну, это не очень опасные аномалии. Если стамина есть, их можно пробежать на шифте без особых проблем, как я и делаю. Мне главное в зеленку не наступить или в электру, которая меня ебнет, и все. А это нормально. Хотя закончится стамина, я просто сдохну, меня разорвет. А я за ней не слежу как раз. Ну пойдем на кордончик, чё. Можно отвезти троих, взять одного и с ним гулять. А можно взять одного, отвезти одного и с тремя гулять. Блин, симулятор свиданий получается. Вообще, наверное, одного возьму, мне хватит, думаю. Этих отведем за бабос. Заодно мне по пути тут ногу оторвет или еще что-нибудь. И денежка не повредит полечиться. Здорово, что тут происходит? Почему там я не мог дробаш перезарядить, а тут могу, что-то сломалось? Вот и шали. Может быть, я не знаю. Я не эксперт. Они нашли тебя. Ура! Хочу банчик. Вообще никого нет. Все чисто. Ну, втопили. Обежать нам даже до насыпи. Там чел. А этих вон туда, в аномалию. Еще организуем. Блин, долговского комбеза нет слота. Сейчас бы что-нибудь жопу напялили. Эх. За мной кто-то бежит, да, там аномалии рвутся.
Бля, стрёмно. Блин, кисика порвало. Помянем. Вообще, если кто-то рейдит на Твиче легально, правильно, то там оповещение вылезает. Но можно рейдить без рейда, типа. Пацаны пошли сидеть, молчать у кого-то на стриме. Притворяться ботами не очень весело. Ну бей по ним ботам. Кисик подставился. Че это? А, я могу дозарядить, надо подождать. Понял. Откуда он вылез? Вообще тишина была. То есть он и меня мог так без звука убить? Ля, челы одетые, вот бы мне такой сквадик. Я пытаюсь разглядеть в пикселе, там есть кто? Огонь горит, а дома есть кто? Походу никого. А вот стоит одиночка. Бля, я тебя не заметил. Слушаю тебя. Без квестов оба, ну вы жадные. Забирай зеркало тактическое. Магазины вот эти, но тозик тоже мне не надо. Кобру мне не надо. Это я могу как-нибудь, да хоть так. А, да, мы вышли на кордон. Ну, всем ботам спасибо, кто пришел. Получается. Особое спасибо Кексику и Почтальону, там, и Вегасу, короче. Завязываю я на сегодня со сталкером. Играется интересно, надо только опыта набраться как-то и не умирать ББ от всяких нелепых параж, от аномалий там. А так вообще прикольно. И тебе спасибо. Все, до свидания. Спокойной ночи, получается. 250. Плюс 250? Что это значит? Как я с этим спать буду? О, здравствуйте. А у нас тут набег ботов, и я спать собираюсь. Курс 20. Ну, могу песенку на ночь поставить. Вот такую надо. Валы канала. Это какой-то мем про балы канала. Я не слышал ничего про это. Вот и все, до связи.